Осенне-зимний телесезон 2022 года будет богат на кинопремьеры. Телеканал «Россия-1» планирует показать второй сезон мистического детектива «Медиум», который является российской адаптацией популярного американского сериала. В оригинале было 7 сезонов. Главную роль в оригинале исполняла Патрисия Аркетт. В российской адаптации Анну играет Мария Порошина. Не совсем удачный выбор, по мнению многих зрителей, мужа Анны Евгения играет Павел Трубинер. На его счету более 100 ролей. Сергей Степанченко играет Андрея Ивановича Жогова. В роли Татьяны снялась Наталья Суркова. К сожалению, в работе над третьим сезоном не смогут принять участие сразу два артиста, исполняющие главные роли. Речь идет об Иване Рудакове, умершем в январе 2022, и Сергее Сосновском, ушедшем в июле этого же года. По предварительной информации, дата выхода третьего сезона сериала «Медиум» может быть назначена на вторую половину 2023 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.